Убрать снег, подмести улицы, выкосить траву и все на одной машине. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов начали сборку новой коммунальной техники. Пандемийный год показал, что нехватку рабочей силы могут компенсировать машины. Человека они не заменят, но сделают его сильнее, выше и выносливее. За руль, если не сказать за штурвал, села наш корреспондент Инесса Потапова. Как это было, вы узнаете прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. Чебоксарский завод силовых агрегатов успешно производит на своих мощностях разную продукцию точной механики. Здесь есть уникальный парк станков. Он обеспечивает полный цикл производства, позволяющий совершать механообработку деталей различной сложности, термообработку, сборочные и другие работы. Среди потребителей не только российские предприятия, но и зарубежные. Они выбрали площадку вот именно Чебоксарского завода силовых агрегатов для того, чтобы здесь локализовать производство комплектующих для своих производств. Это очень круто, это очень важно. Высокая технология, высокотехнологичное производство, персонал, имидж высокий и высокие стандарты качества и, значит, проверки, сказать, контроля за производимой продукцией. Вот это вот комплекс всех условий. Совсем скоро здесь откроется новая линия производства самоходной техники. С конвейеров сойдут коммунальные машины, способные развернуться даже там, где и легковая малолитражка не сможет. Во что превратить такую вот самоходку, решает владелец. Среди новинок и вилочные погрузчики. Современное оборудование завода отличается простотой в управлении. С ним может справиться даже девушка. Вилочный погрузчик незаменим для складов и открытых площадок. 5 тонн на несколько метров вверх с ювелирной точностью. У нас есть планы по выходу в более тяжелые сегменты вилочных погрузчиков. Задача, так скажем, на этот и следующий год освоить линейку 280 модификаций, так скажем, самых востребованных машин. И дальше наша конструкторская служба не спит, наша конструкторская служба работает над тем, чтобы завоевывать там новые сегменты, новые рынки сбыта. Благодаря таким предприятиям в республике ожидается рост промышленного потенциала, создание своей технической интеллигенции и высокопроизводительных рабочих мест. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.